Всем привет! Сегодня покажу, какую разметку сделали на моей деревенской дороге к 9 мая. Вот сегодня 9 мая, День Победы. Вот так вот мне сделали разметку, значит. Семь с половиной километров такой разметки. Я уж не знаю, к чему это. Может, это привет Владимиру Владимировичу. Вот такая разметка. То есть, к чему это? То есть, я, по идее, должен ехать вообще по обочине.